Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды Первого банка мониторинга fairmonitor.com. И в этом сюжете речь пойдет о свежем фаст-проекте, который разместился в разделе «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора несколько часов назад. Итак, проект Ice Paradise, по легенде, что описано на страницах его сайта, занимается инвестированием в пищевую промышленность. Собственно, об этом можно догадаться по дизайну сайта. Кстати говоря, администратор проекта указал на сайте свой личный твиттер, где есть посты с прошлыми проектами этого админа. Сайт проекта выполнен довольно красочно и сразу привлекает внимание. Не можем не отметить и техническую сторону портала Ice Paradise. Он обладает уникальным дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Sectiga. Теперь перейдем к маркетингу Ice Paradise. Как и полагается фасту, инвестиционное предложение проекта представлено тарифными планами с возвратом тела вклада и прибыли в конце инвестиционного периода. На главной странице мы видим 4 тарифных плана со сроком работы вклада от 24 часов до 30 суток. В целом, максимальная выплата здесь может составить до 1500% от тела вклада, но, по нашему мнению, стоит рассматривать лишь первый тарифный план, в котором за сутки можно получить от 103 до 110% выплаты. Хотя, как вы понимаете, выше чем 103% рассчитывать не стоит. Создать депозит или заказать выплату из Ice Paradise можно посредством Perfect Money, Pair, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin и Dash. Что до выплат, то они производятся в инстант-режиме, и это несомненный плюс в пользу проекта. Партнерская программа фонда Ice Paradise имеет один уровень в глубину и позволяет получать вознаграждение от лично приглашенных пользователей в размере 3% от их депозита. Перейдем в личный кабинет инвестора. На главной его странице расположены основные показатели вашей учетной записи, а в остальных разделах можно создать депозит, посмотреть список своих вкладов, заказать выплату, проанализировать финансовую историю, получить доступ к реферальному меню и установить настройки аккаунта. Что до поддержки пользователей, то в Ice Paradise она производится через систему тикетов, по электронной почте, а также через контакты проекта в социальных сетях. Ну а на этом у нас все для вас. До новых приятных встреч, дорогие друзья!